Наконец-то можно сказать эту долгожданную фразу. Ура, каникулы! В такую хорошую погоду хочется пойти погулять, а лучше выбраться из этого душного города на улицу. Прогулка в лесу – это здорово! Только не забывайте, что в лесу мы гости, а в гостях желательно вести себя прилично. Существуют правила приличия и при посещении леса. Мы же с вами культурные люди. Самое первое правило – категорически запрещено разжигать костер. Если вы хотите пикник с шашлыком, тогда необходимо выбирать специальные места, предназначенные для этого, с установленным мангалом. А мы выбрались на несколько часов, и нам будет достаточно взять что-нибудь попить и перекусить. Кстати, жажду утоляет исключительно вода, а от сладких соков и газировки пить хочется еще больше. Итак, мы в лесу. Выберем себе подходящую полянку. Вот, то, что нужно. Ребят, идите сюда. Доставай плед. Сейчас мы расстелим плед. Расстилаем плед. Но не торопимся распаковывать продукты. Аппетит надо нагулять. А теперь и перекусить можно, только не забудьте помыть руки. Влажные салфетки или гель помогут вам на природе. Можно помыть руки и обычной водой. Теперь разложим все, что с собой прихватили. Самое безопасное будет фруктово-овощной пикник. В жару лучше не брать мясо, колбасу или сыр без холодильника. А для перекуса нам будет достаточно немного хлебушка, помидоры, огурцы и зелень. На природе это так вкусно и даже не обязательно резать салат. Можно взять тертую морковь, но тогда для удобства заверните ее в лаваш или положите в питу. Кстати, пита – очень удобный вариант для пикника. В ней можно соорудить любой салатик для каждого индивидуально. Фрукты – тоже хороший вариант для летней прогулки в лесу. Конфеты, тем более шоколадные, лучше печенье или сушки. Саш, иди вон в лес, закопай мусор. Запомните самое главное второе правило. Кто принес, то и унес. Лесу такие подарки не нужны.